Какое страшное вампирское горе. У Лианы нет семьи. А может, кто-нибудь захочет с ней подружиться? О, какая ты милая. Хочешь шоколадку, деточка? Вы серьезно? Мне не нужны вкусняшки. Мне нужна семья. Я сегодня же найду себе маму и папу. А Лиззи никогда не отказывается от сладкого. Объеденье. Лиззи, шоколад только после обеда. А-а-а! Кто это? Отстань, мышь, нам жутко некогда. Ауч! И почему люди такие жестокие? Не волнуйтесь, я в порядке. Папа, мы должны ей помочь. Ты не ушиблась? Привет. Так тебе нужна семья, понимаю. Пойдем с нами. Папа, а ты уверен? Добро пожаловать домой. Это твоя новая комната, Лиана. Будешь жить здесь. Девочки, одну секунду. Скоро вернусь. Ну что, сестренка, будем дружить? Еще бы. Но, кажется, здесь слишком темно. Сейчас мы это исправим. Уберите солнце. Мне не нужен шоколадный загар. Лиана, ты где? Что случилось? Только не солнце! Только не солнце! Упс, извини, сестренка, больше не повторится. Девочки, вы проголодались? Тогда приятного аппетита. Ура! Молоко и печенье. Спасибо, папочка. Лиана, угощайся. А что это? Спасибо, папа. Рад, что вам понравилось, девочки. От молока нужно немедленно избавиться. У Лианы уже готов план. Отлично. Никто и не заметил. Систер, а я уже все. Оказывается, молоко это так вкусно. Рада, что тебе понравилось. А я спать. Сладких снов, Лиззи. И тебе, Лиана. Увидимся завтра. Молоко. Не смешите мои клыки. Вампиры выбирают совсем другие напитки. Сегодня Лиане не спится. Эта кровать слишком удобная. Бесит. Пора браться за дело. Лиана обязательно справится. Вуаля! Такая форма мне нравится больше. Комфорт по-вампирски. Да. Упс. Надеюсь, я никого не разбудила. Кровавых снов, семья. Лиана, с тобой все в порядке? Ой, мамочки. Вампирская улыбка должна сверкать. И клыки требуют особого ухода. Жаль только, что Лиана не отражается в зеркале. Это очень затрудняет дело. Привет, систер. Уже проснулась? Лиана, где ты? Почему тебя нет в зеркале? О чем ты? Тебе показалось, Лиззи? Смотри, просто зеркало запотело. Лиана, ты куда? Странная она. А это что еще такое? Она, Ва... Кто она? Ничего не поняла. Дорогая, скорее иди сюда. У нас сегодня семейный завтрак. Аппетитные тосты уже почти готовы. Папа лучший кулинар. Лиззи, что ты будешь на завтрак? А-а-а! Лиана, что с тобой? Хочешь сок? Сестренка, он так бодрит по утрам. Поверь мне. Девочки, приятного аппетита. Это что, чесночный соус? О, да, обожаю. Спасибо, папа. Лиана, бери пример сестры. Налетай. Нет, у меня же диета. Никакого хлеба и чеснока. Понимаю, Лиана. Тогда, может, салат? С удовольствием, папа. Спасибо. Это лучший завтрак. Обожаю томатный сок по утрам. Лиана, а как ты... Она обескровила помидор. Девочки, пора в школу. Хорошего дня. Учитесь на пятерке. Ребята, познакомьтесь, это Лиана, ваша новая одноклассница. Всем привет! А школа, это даже интересно. Сколько же тут вкусняшек. Ой-ой. Осторожно, подруга. Не благодари. Кортни, ты это видела? Она спасла мой телефончик. Подумаешь, ничего особенного. Здесь что-то не так. Ребята, вы не забыли? У нас сегодня тест. Приступаем. Тест? Говорите. Без проблем? Эй! Не загораживайте свет. Лиана, это уже слишком. Сегодня у тебя двойка. Не думаю, мисс Пенни. Я больше люблю пятерки. Договорились? Пятерки. Никаких двоек. Поняла. Хе-хе-хе!
Вау, круто! Лиана, как ты это сделала? Это было просто невероятно! Пятерки, подумаешь, учить надо было! Что же ты скрываешь, Лиана? Я это выясню. Великому детективу нужен отдельный кабинет. Туалет подойдет. Здесь точно никто не потревожит. Лиана очень подозрительно себя ведет. Спит в гробу, быстро передвигается и боится солнечного света. Кто же ты, сестренка? Думай, Лиззи, думай. Суперскорость. Есть. Кто же у нас боится солнечного света? Я на месте. Посмотрим, что тут у нас. О, Лиззи, ты почти у цели. Я все поняла. Лиана, ты вампир. Что же мне теперь делать? Надо срочно рассказать папе. Ничего у тебя не выйдет, систер. Вампиры так просто не сдаются. Парочка селфи всегда поднимает настроение. А вот Лиззи не до шуток. Сегодня она спать не собирается. Ведь в гробу по соседству живет настоящий вампир. Сестренка, расслабься. Что? Спать? Но я не хочу. А сейчас наступает время вампирских пранков. Лиззи, наверное, так удивится. Пусть почувствует себя вампиром. Зубки просто прелесть. Кошмарных снов, Лиззи. А что вчера произошло? Лиана меня укусила! Неужели я теперь вампир? Ура! Всю жизнь об этом мечтала! Шалость удалась. Остался один маленький штрих. Вот теперь все готово. Вау! Я не отражаюсь в зеркале! Сработало! Спасибо, Лиана! Но пранки на этом не заканчиваются. На очереди чеснок. Такое ты точно не захочешь есть, Лиззи. Готова? Пора завтракать, сестренка. Я должна провести чесночный тест на вампира. Ага, а вот и ты, иди сюда. О, что это? Ну уж нет, с этой минуты никакого чеснока. А вот яблочко вполне можно съесть. Вкусно. Увы, но искусственные клыки не выдержали такого испытания. Папа, у меня жуткие новости. Я вампир, представляешь? Лиззи, что за шутки? Может, ты заболела? Папа, вампиры не болеют. Сестренка, ну ты даешь. Шикарный спектакль. Это должна увидеть вся школа. Полли, ты это видела? Просто обхохочешься. Лиззи, ты у нас теперь вампир. Где же твои клыки? Только нас не кусай, договорились. А может, посмотришься в зеркало? Кто это тут у нас? Это же ты, Лиззи. Никакой ты не вампир, а обычный лузер. Да как они могут? Ой, извини, не хотела. Это же ты, точно, вампир из ролика. И где твоя суперскорость? Измерь-ка лучше температуру. Не смешно. Эй, что ты делаешь? Еще как смешно, неудачница. Так держать, приятель. Лиззи, расскажи, как это быть вампиром-неудачником? Что здесь происходит? Только я могу смеяться над своей сестрой. Со мной лучше не связываться, Корни. Я больше так не буду, обещаю. Наконец-то обед. Пора подкрепиться. Этот бургер выглядит просто волшебно. Фейковая вампирша, опять ты. Тебя разве не учили делиться? Это мое. Верни. Теперь мое. А ты поищи себе другое место. Даже не думай. На сегодня бургеры отменяются. В меню только пауки. Это будет лучшая месть. Спасите! Ненавижу пауков! Стоп! А где моя кепка? Она в надежном месте, приятель. Да-да, лучше беги, трусишка. Лиана, ты меня спасла. Спасибо. Обнимашки? Ты серьезно? День сегодня будет просто супер. Ведь у Лианы день рождения. Что бы такого кровавого придумать? Дочка, так у тебя сегодня праздник. Тогда мы устроим настоящее веселье. Доброе утро, семья. Лиана, с днем рождения. Поздравляем. Кто здесь? Вам меня не победить. А, это всего лишь вы. Лиана, ты хорошо себя чувствуешь?
Да ладно, я пошутила. Отличная шутка, дочка. А может, тортик? С удовольствием, папа. Только тут небольшая ошибочка. Вот теперь все правильно. И добавим в праздник огонька. А теперь пора загадывать желание. Сегодня сбудутся все мечты, девочки. А сейчас праздничные фото. Улыбочку. Так, посмотрим, что получилось. Что это? А где Лиана? Папа, тут такое дело, я все объясню. Странно все это, мне нужно подумать. Выходит, что Лиана вампир? Бывает. Теперь у нас настоящая вампирская семья. Хорошие новости всегда приходят неожиданно. Лиана, я люблю тебя, выходи за меня. Как же сверкает это колечко. Да, Брэндон. У бедной Дэми тоже особенный день. Любимая, ты выйдешь за меня. Это пластиковое колечко просто прелесть. От таких предложений не отказываются. Я согласна, Алекс. Совсем скоро и у Сью будет праздник. Дорогая, будь моей женой. Лэй такой романтик. Я говорю да, любимый. И самое время обсудить все с подружками. Девочки, вы просто не представляете. Он сделал мне предложение. Теперь Лиана, Сью и Дебби невесты. Начнем с самого главного. Платья. У Сью и Лианы с этим никаких проблем. Денег достаточно. Ага. А вот у Дебби в карманах совсем пусто. В магазине ловить нечего. Это платье должно достаться гигабогатой Лиане. Подружки обзавидуются. И Сью тоже выбрала идеальный наряд. Пора на примерку. Образ получился сногсшибательным. Сью, срочно сюда. Уже иду, подруга. И случилась свадебная катастрофа. Ты настоящая предательница, Лиана. Сама такая Сью. Поиски идеального платья продолжаются. А Дебби уже все решила. Нет денег на платье, сшей его сама. Нитки, иголки, ножницы. За дело. Умелые руки и капля фантазии творят чудеса. Выглядит неплохо. И свадебный наряд из мешковины уже готов. Надо срочно показать его подружкам. Девочки, как вам? Дебби! Какая прелесть. Подруга, ты прирожденный стилист. Дэби достойна лучшего свидания. И сегодня в меню деликатесы. Любимый, это лапша просто объеденье. А для своей невесты Лэй подготовил нечто особенное. Приятного аппетита, любимая. Это свидание мечты. А гигабогатую Лиану так просто не удивить. Она достойна самого лучшего. Дорогой, ты испачкался. Давай помогу. А мусор можно просто выкинуть. Какие счастливые пары. Но сейчас грянет буря. Брэндон, ты это видел? Лэя такая же бабочка. Мы первые купили эту бабочку, Лиана. И в этот спор женихам лучше не вмешиваться. Отличная бабочка, приятель. И у тебя тоже. Девочки, не ссорьтесь. Это всего лишь бабочки. И правда, сейчас есть дела поважнее. Надо раздать друзьям приглашение на гигабогатую свадьбу. У Сью и Лэя тоже такие есть. Вот только Алекс и Дебби не подготовились. Но это легко исправить. Старый добрый маркер сделает все как надо. Туалетная бумага. Очень креативно. Ага. А как же кольца? Вау. Свадьбе это самое главное. Алекс, только посмотри, какие красивые. Но ценник. А почему так много нулей? Иди ко мне, моя прелесть. Дебби, у нас нет таких денег. Придется забыть о бриллиантовой мечте. Окей. И нарисованные кольца – решение всех свадебных проблем. Красиво, а главное – бесплатно. Goodbye. А с богатыми клиентами намного проще. У них есть деньги на любые кольца. Эти бриллианты слепят глаза. Но они такие бедные.
все ясно. Это особые клиенты, и им нужно что-то особенное. Например, это милое колечко. Вполне подходящий бриллиант. А у Лианы особые запросы. Золото и бриллианты. Надоело. Увы, но гигабогатых колечек здесь нет. Какой ужас. Мы отменяем свадьбу, Брэндон. Лиана, спокойно. Как насчет этого кольца? Жених знает, как угодить своей невесте. Любимый, за мной. Свадьба сама себя не сыграет. Наконец-то долгожданная посылка. Богатые туфельки для богатой невесты. Изящно и красиво. Упс. И все-таки каблук высоковат. Сью, полюбуйся на мои свадебные туфли. А, вот ты где. Что случилось? Да так, ерунда. И у тебя тоже новые туфельки. Какое стильное решение. Тапочки, гвозди и готово. Никаких затрат. У гигабогатой невесты туфли из чистого золота. Они такие красивые, но очень тяжелые. Любимый, держи меня. Окей. Любимая, я понесу тебя к алтарю. Гигабогатство – тяжелая ноша. Перед свадьбой нужно навести красоту. Эй, я вообще-то здесь. Богатые невесты могут и подождать, правда? На первом месте гига, богатые клиенты. Присаживайтесь, мисс. Я должна сиять на свадьбе. Стразы и блестки. Ваше время пришло. Это настоящее бьюти-чудо. И гига-богатая красота стоит целого состояния. А у Дебби финансы на исходе. Придется идти на хитрость. Просто скопируем богатый макияж. Лиана, ты мне не поможешь? Что они там задумали? Девчонкам лишь бы ссориться. Трафарет уже готов. А теперь наносим его на лицо. Сработало! Я же говорила, Лиана, операция пройдет успешно. О нет, там бьюти-катастрофа. Ю, твои волосы! Укладка не выдержала напряжения. Вот только волосы уже не спасти. Где здесь продают парики? Срочно! К церемонии уже все готово. Но есть еще одно дельце. Надо и женихов приодеть. Алекс, так не пойдет. Но другого наряда нет. Чтобы придумать. Свадебное платье будет даже красивее, если его немного укоротить. Любимый, это тебе. Алекс теперь как настоящий джентльмен. А вот и Брэндон. Дорогой, ты пойдешь на свадьбу в этом? Ну уж нет. Тебе нужен другой костюм. И у Лианы уже есть несколько вариантов. Выбирай, любимый. Может, этот? Даже не думай. Этот костюм намного лучше. Брэндон ничего не смыслит в моде. Зато теперь жених выглядит на все 100. Любимый, это еще не все. Ты сегодня бледноват. А может, не надо, Лиана? Брэндон, не спорь. Ну, как тебе? Нравится? Лиана, что ты наделала? Ну, подумаешь, маленький бран. Видел бы ты себя со стороны. Вечно Лэй занят. А ему уже пора выбирать костюм. Но у жениха важные переговоры. Остальное подождет. Значит, вот ты как. Посмотрим, кто кого. Сью сама выберет костюм для жениха. Этот костюм самый лучший. Лэю понравится. Дорогой, срочно сюда. Отлично. Лэй самый стильный жених на свете. А теперь пора бежать в магазин за свадебным букетом. И Дебби первая на очереди. Это все, что у меня есть. Не беда. Цветы здесь подберут на любой кошелек. Букет из брокколи? Он прекрасен. А мне самый богатый букет, пожалуйста. Будет исполнено. Эти цветы идеально подойдут к платью. А у гига-богатой невесты все просто. Все богатства мира в обмен на букет.
и мастер справится. Вот бы только не упасть по дороге к алтарю. А у женихов последний день холостяцкой жизни. Чтобы заглушить эту боль, потребуется очень много газировки. А вот невесты не расстраиваются. Свадьба – это великолепно. Ну что, парни, последний бой на приставке. Крепись, друг, мы справимся. Но сегодня все не клеится. С завтрашнего дня игры заканчиваются. А у невест вечеринка полным ходом. Ура! Завтра никакой свободы. Девочки, мы это сделали. А сейчас главный ритуал на мальчишнике. Прощание с самыми дорогими вещами. Давай, Алекс, ты сможешь. Только не это. Будь мужчиной. Прежнюю жизнь уже не вернуть. Все кончено. А наши невесты настоящие оптимистки. Что может быть лучше семейной жизни? А может, свадьба не так и плохо? Ребят, нам так повезло с невестами. Только посмотрите, какие они у нас красотки. Завтра будет самый важный день в жизни. Гига-богатая свадьба – это целое событие. Объявляю вас мужем и женой. Сегодня сбываются все мечты. И никакого конфетти, только деньги. Какая прекрасная пара. От их богатства даже слезы наворачиваются. Но тут есть и другие молодожены. Ага. Сьюл, Эй, вы готовы? Объявляю вас мужем и женой. Свершилось. Вместе навеки. И эта парочка дальше сама разберется. Пора скрепить еще один союз. Алекс, Дебби. Да ладно, тут можно переходить сразу к поцелую. А свадебный стульчик – подарок. И съедобный букет. Это очень практично. Дорогой, ты кое-что забыл. А, да, поцелуй. А теперь переходим к свадебной фотосессии. Неважно, сколько денег у тебя в кармане. Главное – любовь. Каникулы в самом разгаре. И Лори собирается в путешествие своей мечты. Но, оказывается, за отпуск нужно оплатить. Вот только у Лори пусто в карманах. Зато есть рождественские носки. И даже банан. Приятного аппетита! Билет продается только за деньги. Раз вы настаиваете, столько хватит. А вот у Эбби с финансами все в порядке. В сторону, дракуша. Билет в бизнес-класс. Вау, это целое состояние. Для богатого клиента лучшие места. А что делать бедным туристам? Так и быть, для нее тоже найдется местечко. Приятного отдыха. Всем внимание, это гига-богатая тревога. Здесь Лиана, и она тоже собралась в отпуск. Мне гиг-богатый билет. Деньги не проблема. Лиана купит что угодно. Вау! Сколько карат? Ваш билет, мисс Лиана. Спасибо. И со мной багаж. Ничего не сломай, парень. Гига-богатый багаж придется проверить. Так, посмотрим. Сканер показывает, что внутри много металла. Откройте чемодан немедленно. Одну секунду. Здесь ничего опасного. Просто немного золота. Точно. Совсем немного. Простите за беспокойство. Можете занимать свои места. Богатым туристам всегда комфортно. И какой вид открывается из иллюминатора. Поскорее бы прилететь. А у Яны гига-мега-лакшери-перелет. Вау! Неужели это пилот? Такой красавчик. Он ей улыбнулся. О, кажется, это судьба. Привет! Добро пожаловать в кабину пилота. Пилота лучше не отвлекать. Это может привести к катастрофе. Мы уже долетели? О, нет, это не каникулы. Это авиакатастрофа. Помогите, спасите кто-нибудь. Где все? Ура, Лори здесь не одна. Надо помочь Лиане. Эй, очнись.
просыпайся. Так, пора действовать решительно. Лиана, я тебя не брошу. Очнись. Ну давай же. Хорошо, что Лори проходила курсы первой помощи. Она любого приведет в чувство. Ура, получилось. Ужасный перелет. Я поставлю этому самолету одну звезду. Где мы, Лори? Тут есть хороший отель. Лиана, смотри, странно все это. Откуда у чемодана ноги? Лиана, действуем. Стоять! Иди к нам, дружок. А теперь достаем содержимое чемодана. Это же богатая Эппи. Она тоже выжила. Вдвоем здесь будет гораздо веселее. Хуже не бывает. Они застряли на этом острове. Девочки, мне нужно срочно домой. Ой, смотрите. Там вертолет. Надо действовать. Вау! Ильяна берет все на себя. Деньги еще никогда не подводили. Надо только написать послание на песке. Но против ветра даже миллионы бессильны. Нет, только не улетай. Мне не нужен такой отдых. Лиана, без паники. У нас же есть картон. Вырезаем. И получаем бумеранг. Нравится? Не сомневайся. Этот вертолет к нам вернется. Запускаем бумеранг. Но Лори не рассчитала траекторию. Эппи, ты как? Неплохо. Но игрушечный вертолет нас не спасет. Все кончено. Но туристам все-таки улыбнулась удача. Это же чемодан. В сторону. Это мое. Лиана, не мешай. В чемодане оказалось много полезного. Лиана с Эппи теперь будут самыми красивыми на острове. А вот Лори ничего не досталось. Ничего, кроме этих столовых приборов. А у соседок по острову бьете минутка. Ну и ладно, у Лори другие планы. Копье уже готово. А значит, пора на охоту. Что это с ней, подруга? Похоже на нервный срыв. Но у Лори все идет по плану. Девочки, получилось. У меня полно еды. Мы тоже хотим есть, Лори. Даже не подумаю. Сами добывайте еду. Ах так, Лори, ну держись. И за дело берутся богатые туристы. Но, оказывается, добывать пищу так сложно. Обычно это делает прислуга. Полный провал. Девочки, а где ваш обед? Ничего не вышло, Лори. Так и быть, угощайтесь. О, на острове так жарко. Где бы спрятаться? Ну, вокруг только песок. Девчонки, вы это видите? За мной. Ну, Лиане сейчас не до прогулок. Подруга, не отставай. Мы идем в лес. Цель совсем близко. И туристы уже на месте. А здесь неплохо. Вот только холодно. Девочки, я знаю, что делать. Нам нужна только маленькая искра. Опять Лори за свое. Вечно у нее какие-то идеи. С искрой ничего не вышло. Зато бриллианты Лианы справились. Девочки, только посмотрите на это. Выглядит так загадочно. А вдруг это еда? Вот бы только достать эту штуку. О, получилось. Ой, что это? Оно кусается? Девочки, помогите. На меня напали. Пчелами лучше не связываться. Бедняжка Эппи. Досталась же ей. Подруга, выглядишь прекрасно. Вот бы и мне такие губки. А что если ты? В лесу совсем негде спрятаться. Только деревья. Но даже здесь можно отыскать настоящий клад. Девочки, это же телефон. Неужели мы спасены? Модель, конечно, старая, но тоже неплохо. Отдай, Лиана. Я разберусь. Для начала надо его высушить. У меня есть счастливый носок, а теперь устроим вентилятор. Неплохо придумано, Лори. А теперь я. Пора сделать пару селфи с каникул. Эбби, немедленно отдай. Нам нужно позвать на помощь. Есть сигнал, набираем номер и ждем. О, нет, батарея села. Это все ты виновата. Разрядила телефон своими селфи. Ух, как хочется есть. Стоп, это же лес. А значит, здесь полно еды. Вперед на поиски. О нет, кроксы это не еда. Зато в новых тапочках охота будет комфортной. И где вся еда? Да, вот оно. Аппетитно выглядит. Девочки, ауч, больно. Но Лори крупно повезло. Апельсин.
еще один. А яблок кто-нибудь хочет? Без проблем. Лори настоящая добытчица. У туристов будет первоклассный обед, как на лучшем курорте. Девочки, налетайте. Лори, ты молодец. Спасибо, подруга. Лиана, осторожно, ты поймала монстра. Ой, мамочки, спасите. Пойдем, дорогая, здесь опасно. Эй, вы куда? Надо выбираться с этого острова. Поможет только плот. Приступаем к чертежу. Лиана, и парус не забудь. Ага, и мачту. Готова, подруга, мы это сделали. Лиана, поторопись, времени мало. Плот надо строить из дерева. Значит, собираем стройматериалы. Понадобится очень много палок. О, это было нелегко. Эбби, так держать. И теперь самое главное. Собираем плот. Девочки, я вам не помешала? Нет, Лори, мы тут плот собираем. Полюбуйся, как тебе плот? Да это же просто кучка палок. Девочки, не ссорьтесь, а? Эй, посмотрите. Мяч? Откуда? Девочки, мы должны все выяснить. Бежим. Ура! Туристы выбрались из леса. И сразу попали на вечеринку. Девочки, мне это нравится. Может, потанцуем? А это идея. Отличная погода для пикника на свежем воздухе. А сейчас загораем. Дай пять, подруга. А, да. И ты здесь, Лори. Отдых что надо. И даже здесь можно встретить старых знакомых. Леди, вы выжили. Поздравляю. Не может быть. Опять он? Точно. Тот самый красавчик. Ну уж нет. От этого пилота одни неприятности. Лиана, нам пора, уходим. Странные они. Может, перегрелись на солнце?